Доброе утро! Сегодня мы с вами продолжим говорить на тему о видеоиграх. Кстати, некоторые из них уже похожи на кинокартины. Познакомим вас с образцами жанра и погрузимся в виртуальный мир. Поехали! Вот уже более часа на последнем этаже одного из зданий в центре Детройта удерживают в заложниках маленькую девочку. Подробности инцидента пока неизвестны, но по некоторым данным преступник семейный андроид. Переговорщик прибыл. Повторяю, переговорщик прибыл. «Детройт. Стать человеком» — это интерактивное кино об андроидах, которые обрели сознание и устроили восстание для того, чтобы побороться за равные права с людьми. В «Детройт» стоит сыграть ради отдельных сцен, неожиданных локаций, нелинейности сюжета и хорошей игры актеров. The Last of Us рассказывает о выживании людей в мире, опустошенном современной чумой, где природа отвоевала заброшенные города, а немногочисленные жители борются за то, чтобы раздобыть провизию и оружие. Не-а. Но мне пушка нужна. Еще чего. Джоэл. Закаленный в борьбе за выживание Джоэл и Элли. Смышленная, не по своим годам отважная девочка-подросток вынуждены объединиться для того, чтобы помогать друг другу пережить странствия по руинам Соединенных Штатов. Известный путешественник сказал, исключительно не мы, а то, что мы делаем. Я отправилась на поиски себя и приключений. Том Райдер. Это новая часть долгоиграющего сериала про Лару Крофт, ее акробатические и археологические способности. В Том Райдер молодой Ларе, которой 21 год, предстоит оказаться на таинственном острове, куда она попадает после кораблекрушения, вызванного таинственной бурей. С того момента Ларе предстоит сражаться за свою жизнь с бандитами, дикими животными и мистическими стражами бури, с которыми связана древняя тайна острова. Life is Strange — это эпизодически приключенческая игра, где главная героиня, студентка-фотограф Максин Колфилд, случайно обнаружила в себе способность перематывать время назад. И первое, на что решает потратить свою способность, это спасение несчастной жизни своей давней подруги Хлои. Но после того, как Максин исправляет проблему, в городке начинают твориться очень странные вещи, которые затрагивают обеих студенток. И впоследствии они обе привлекаются к делу о пропаже девушки-студентки. Самое интересное это то, что вы можете отменить любое свое действие или решение благодаря великолепной способности героини перематывать время назад. Ori and the Blind Forest рассказывает о судьбе юного сироты, которому предначертана судьба героя. После того, как мощный шторм запустил цепочку разрушительных событий, наш герой должен отправиться в путь, чтобы найти свое мужество и спасти свой дом. На этом все, но смело еще можно собрать с десяток таких игр. Доброго вам утра и наслаждайтесь интересными сюжетами!